Денег нет, но удержитель, да? Да, да! Денег нет, но удержитель. Потряхивает. Это про вас или что? Это про именно про этот вас. Вот тут давай, бота. Не, не надо, не надо. Все нормально. Все нормально. Я знаю. Я знаю. Давай, уходи от погони. Боливар уходит от погони. Ё-моё! Как он идет красиво вообще. Теперь колеса одинаковые, да? Совсем другая история. Блин, мы в дрифте, в постоянном дрифте идем. В постоянном дрифте, смотрите, боком. А, дерево! А вот, колея, по правой иди, по правой, режь! Сейчас зарежу. Режь на живую! Спасибо, скажи сейчас спасибо, что живой. Спасибо, что... А, вот болотце, давай, режь! Подъезжай быстрее, пока нет этого... Эколога, пока эколога нету, давай. Пока эколог не доехал, он в патруле эколог. Перекрой ему обзор, блин. Давай, влево, уходи, влево. Блин, поздно. Нормально, никогда не поздно, вот они мы. Куда мы? Все, прямо, куда? Сюда. Куда? Мы застрянем, там глубоко. Дерево! Виллис, осторожно, он стоит, блин, как это. Дороже Рубикона. Давай за Виллисом. Давай. Я у него канистра, он как себе такое ставит. Так это немецкая, да, оригинальная. Правильно. Ну, такая как раз нам надо. Нет, они хотят сзади нас вести. На холостой чуть-чуть настроить. Да, холостой надо добавить, Макс занизил. Покажите, кто тут внедорожник. Смотри, Паджеро не проезжает. Паджеро не проезжает, а УАЗ тоже не проезжает, к сожалению. Чуть не проехал. Попал на слабый лед, попал. Да, получается, попал назад. Ваген спасает. Сам еду, ляй, курю. Да. Это не я! Почти. Надо раскачивать. Толкай. Чуть-чуть не хватило.
Нормально. УАЗ достает УАЗ на раз-два. О, не, этот сейчас, смотри, сейчас сломает лед и все. Да не, проедет. Так Витя потом не проедет. Блин, чуть не проехал. Красавчик. Мне страшно уже садиться сюда. Страшно уже мне. Придется. Заходи. Привет, тут твои два подписчика сидят. Два подписчика тебя ждут. Точно? Конечно. Ну ладно тогда. Тогда я с вами. Они на Сундуковский хотят ехать. Вы едете на Сундуковский? Не, ну давай встретимся с пацанами поговорим, посмотрим, кто за, кто против, да и все. Кто воздержался? Ну, я не против, короче, и тут костры распалить нормально и посидеть. Далековато, конечно. Далековато. Не, ну машина подготовлена. А я деньги все на еду потратил, на бензин уже нам на Сундуковский. А что с едой? Давай за едой можем метнемся. Ну сейчас, давай определимся. А, нет, дешевле купить по расходу, да? Так, мы боком валим, боком! Блин, как страшно. Мне кажется, что мы близки к перевороту. Смотрите, идем боком, вторым боком. Ёлки-палки. Что-то как-то на заднем слабо, да? Слушайте, а у меня есть же машина ГАЗ-69. Там она на колесах как раз, на таких стоковых. И вот с таким точно мотором, Витя. С таким точно? И она выпуска того же года, что и я, ты понимаешь? Вот это место, смотри. Вот тут мы Виллис встретили, кажется, да, первый раз. Да, да, где-то здесь Виллис встретили. Так как эпицентру как-то надо не так выехать. Смотри, что Жека исполняет. К эпицентру давай вернемся на маршрут, или мы не найдем уже его. Не знаю. Уже не найдем. Ух ты, блин, близки были к опрокидыванию. Ну-ка, осторожно, Витя, 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 идем задом. Разворот полицейский, отлично. Полиция плачет, когда тебя видит, наверное. Что говорит? Ты меня останавливаешь от приключений. Говорит, что перевернемся. Скажи же, нам не нужны эти подсказки. Извне. Пусть вовнутрь зайдет и тогда регулирует. Не регулирует просто. Ладно, помазаем на кордоне. Ай, блин, Витя! Денег нет! Витя! Витя! Алло! Алло! А, это тут укачивает меня. Что там, Юра? Осторожно, там иномарка. Фу, ты бацаешь, дядя. Это сколько? За что? За 100 штук? По-любому, даже... Да, да, бери. Давай.
Да, да. Давай сразу, зачем мне сейчас на дороге, на дороге. Блин, ты знаешь, стой, стой, это Prius новый, блин, знаешь, сколько он стоит? Не подъезжай. А вот тут направо можно, вот тут направо. Направо? К эпицентру, да, направо здесь. К эпицентру, да. Давай, поправим. О, мы уже даже замокли. Должна быть дорога. Аккумулятор, наверное, слетел. Я думаю, надо ехать. Аккумулятор, наверное, слетел. Что порвал? Штаны? Да. Новые? Ну, такое. Ни разу не фотографировался. Ё-май. Не, есть еще, когда они целые. Я тебе 4 фотографии сделал. Так, осторожно. Тут, наверное, нет дороги. Хотя должна быть. Ёханый бабай. А ну смотри вперед. Подожди, может я пойду посмотрю. Что-то не, надо добавить холостые просто. Холостые так добавить. А не, подсос не нужен. Ёханый бабай, винитя, бляха, муха. Ходом. Блин, голова чуть не сломалась, блин. Ёханый. Хорошо, главное, крыша. Ходом. Крыша смягчена, блин. Офигеть. Глянь, как красиво перепас. Сними, сними его. Подожди, не едь. Не еду. Макс переползает. Аккуратненько. Да. Проехал. Нормально, едем. Блин, чуть не убил меня. Шея, блин, побаливает теперь. Блин, шеей надо осторожно, блин. Да, шеей осторожно. Ты ее держи, напрягай. Да нет, она сломается, если напрягать, ты шо. Она должна быть гибкая. Гибкая должна быть шея. Смотри, тут никто не ездил. Вот нормальные какие места для оффроуда. Куда они ломятся, да? Что за люди? Вообще ничего не думают ни о ком. Да. Не об оазистах, не об ландроверистах. Валяли себе Рубиконом на Мерседесе. Да, и гоняют по асфальту, да? Между оффроудными точками. Да, ну так и что, они на асфальте короли, понятно. Чистые, да. Триподоров накупили, да? Ага, бабки есть, ума не надо. Да. А Мазика такого ни у кого нет. Да ни у кого, это сафари, это африканский вариант. А нам, блин! Стой, тут, чтобы мы не потерялись. А что нам теряться? Ну давай, ладно. Вот наши места, я здесь уже. Точно? Ты узнал тут все? Да ты тут не был, блин. А то эпицентр, что-то его разрушили, блин, или что это? С надписью он ВНС. Так, что, идем. Да нет, мы не тут. Да нет, оно не здесь, стой. Это не те места. А ну как не те? Или мы с другого маршрута просто? Слава, мы с другой планеты. Так, продолжаем дубасить. Боком валим, ребята, боком. А? Асфальтники. Опа, асфальтники. Макс плачет. Денег нет, пацаны. Осторожно, Opel чужой. Асфальт. Фу. Можно я пересяду куда-то? Пацаны! Алло, дядь, где ты? Фух, блин. Хорошо, а, нет. А, волосы я по ней выехал. Нет волос. Выехал к нему. Я вот понял, датчик как... Блин, уже и позвоночник, и шея. Да, все болит. Все болит. Давай меняться местами. Блин, как страшно. Ёханый бабай. Двери, подожди, двери нет, не закрылись. Двери открыты. Братан, прыгай, братан! Давай, холостого нема. Кто это? Это человек маска. Не снимай маску, держи интригу. Маску. О, блин, ты что так? Стой, мы... Прыгай ко мне, давай. Так к остановке подъедь, там можно взять еще человек 8. Все, Ник, короче. А, блин, смотри, кто с кульками, с едой, с метра идет. Тех бери. Да. Ник, ты что-то, конечно, церквушку пропустил такую. Там нас пакета не брать, по-любому есть хоть. Да, с едой, а еда осталась в БХ-семерке. А где БХ?
Ну где? На базе. Сейчас заезжаем на заправку, по-любому я задуваю. Дома или на Григоренко? Или... Я на базе. Так поехали, заедем. Подрезай гелик. В этой дежухе. Все за мной, на кордон. Гелик подрезай. Витя, гелик подрезай. Гелик подрезай, Витя. Гелик подрезай. Осторожно. Гелик подрезай. Че? Это ему надо быть осторожным, Руслан, у меня бампер железный. Да, бампер 2. Бампер 2, 2 и 2. Ты знаешь новую песню? Навальный 3,5, Навальный 3,5. Нет, а ну спойте. Он уже половину спел. Давай вторую. Навальный 3,5. В жизни только мать и Навальный 3,5. Да? Да, вот давай. А чего 3,5? Объем двигателя или что? Нет, условный срок. А, так 2,8 у него. Это что? 2,8 турбо. Так получается он на этом, на тряпке. Да, да. 2,8 у него. Говорит, перепой возьми, перепой. Навальный 2,8. Да, да, будет сама. Не, Навальный 3,5, Навальный 3,5. Только в этом есть рифма. Вот, блин. Так. Неожиданный поворот. Что происходит? Я сейчас начну какую возьму делать. Подрезай Михалыча. Глянь, какая пробка. Они меня в пробки тянут, понимаешь? В пробки. А что там стоит все, да? Я сейчас по тротуару поеду. Да не, едет или нет? Я тебе люблю, первый приедет, даже если за едой поеду. Ну, я уверен в этом на 90%. Да нет, там сложный маршрут. Ага. Руслан его до сих пор не выучил. Да не, я знаю только это. По асфальту. Смотри, какая Тойота. Тойота, смотри, какая модная. Модная. О-о-о. Одну, на одну девятку денег не хватило, видел? На одну девятку? Да, 9,9, 7,9. На девятку не хватило 2000. Режь, режь. А сейчас я всех зарежу, пишу. Да он, Михалыч не дает, понял? Он там на чеку. Михалыч не может допустить, чтобы Верон... Ягуар, Ягуар, осторожно, Витя. А страховка есть на этот у вас? Не. В принципе, с Ягуаром похер вариант. Да, мужик, стой. Режь, режь, режь. Осторожно, осторожно, это, блин, Лансер, он... Он японский. Мужики, я аварийно опасен. Чего вы со мной связаны? Пробует сломать этот... Этот. Этот кордон? Да нет, этот отбойник, отбойник и выйти на трассу. Ну я уже ищу слабое место. Citroёn сломался, видел? Никогда такого не бывает. C2. Citroёn не ломается. Да, да. Ну суд сломанный рожден. Сейчас делаем гель. Нужен холостой. Холостой берем, когда по трассу выйдем. Так, короче, валим проспект Бажана, Витя. Витя пилотирует. У тебя, слышишь, вот эта спица правильно стоит, да? Да, правильно. Надежно. Слышишь? Мерседес. Мерседесовский значок руль в УАЗе, ты понял? Тормози, 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 Витя, 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 тормози, Витя, 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 тормози, Витя. Все, тормозился. Слушай, а мы что, гадюка на туре? Нормально. Вы тормозите. Точно нормально? Конечно, ну что ты, блядь. Сзади испугался даже, смотри. Сомневаешься. А кто там сзади? Свои были. Свои были, да? Ну, а решили объехать тебя. Ты посмотри, как у них колеса выпирают, да? А у них тоже что-то потрескано. Что потрескано? Там она, ее Макс рвал в том году, разорвал ей всю. Ну да, она что? Не, ну красивая, блин, вообще. Вообще красиво. Виллис, Виллис едет, Виллис! Минус 7 едет Виллис на кордон. Денег нет, но ты держись. Вот он, Виллис, а побожена. Его отец. 42-й едет. Год. Не дед, папа. Папа, я говорю, купил, отец. Купил, купил у военного. Купил, а это машина, которая была Америкой, дана в помощь России. Была не России, СССР. 40 тысяч штук их было передано. И вот это одна из тех 40 тысяч штук, 42-й 53, год. 52 тысячи. 52? Угу. Я смотрел, Ну там же их несколько моделей было, и всех вместе считают. Я вот смотрел конкретно про Виллиса, они говорили, 40 тысяч было передано. Ну, может, конкретно Виллиса, да. Вот, но сама суть, что, блин, и она, у него есть фотки, где вот этот дядька, который за рулем, вот такой ребенок, и отец рядом, они всей семьей стоят возле этого Виллиса, там, вот какой-то 61-й. 69-й или 72-й. Да. То есть, прикинь, машина в семье была все время. Да. Я в Германии тоже отболтался. Михалыч говорит, какой-то зеленый москвич. А ну давай в правый ряд, нам для контента нужен зеленый москвич снять. Да, москвича нету, только фура зеленая. Тут только фура какая-то, Скания зеленая едет. Слышишь, Витя, а к этим ты можешь подъехать? А ну подожди, подожди, а ну отпусти тягач вперед, этот грузовик. Вот к этим можешь подъехать, которая на льду, как в прошлый спросить, раз? Спросить, как дела? Да. Загнала. Прикинь, люди, блин, жестко тут. Да.
ловят рыбу. Вот это настоящие экстремалы. Да, это, да, это то, что ты на УАЗе исполнял, это херня, блин, конечно, вообще. Шея только болит. Те мазды, которые когда... Не-не, те, что сейчас четкие. Так, Виллис. Это не Виллис. Дать бы ему хотя бы одну дверь нашу. Заправились. Осторожно, Витя. Витя, иномарка. Что это за машина? Ауди? Как ты любишь? А, хорошая. Друзья, мы вернулись в оффроуд, Витя, голова, Витя, блин, он тебя сломает точно шею, я короче, просто мне повезло. Никита? Да. Никита, блин.